Здравствуйте. Мы с вами находимся на выставке «Мир климата» на стенде «Теплые полы Electrolux». Теплые полы Electrolux были и остаются инноваторами в области электрических теплых полов. У нас представлен большой ассортимент теплых полов на основе нагревательного кабеля, на основе нагревательной пленки. Вот, и также есть система управления теплыми полами. Плюс к этому в ассортименте имеются системы антиобледенения. Теплые полы Electrolux отличаются от всего многообразия того, что представлено на рынке, как ассортиментом, так и устройством самого кабеля или нагревательной пленки. В частности, если посмотреть за кабель, внутрь его, то можно увидеть, что мы кардинально отличаемся от всего, например, тремя слоями изоляции или усиленной конструкцией самих нагревательных жил. В этом году, в 2018, наш ассортимент усиливается такими инновационными позициями, как инфракрасная нагревательная пленка, которая подходит под такие напольные покрытия, как ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Также у нас появляется инновационный, я бы даже сказал, революционный терморегулятор нового поколения. В чем его преимущество? Можем посмотреть более предметно. Терморегулятор нового поколения отличается тем, что у него присутствует не только механическое, но и мобильное управление посредством Wi-Fi. То есть непосредственно сам терморегулятор вмонтирован в датчик Wi-Fi, который позволяет синхронизировать это устройство с любым мобильным устройством, будь то это мобильный телефон или планшет. При установке приложения здесь позволяется выбрать тип напольного покрытия и идут сразу запрограммированные режимы, которые будут наиболее оптимальны для того или иного покрытия. То есть, например, для того, чтобы не перегреть ламинат, здесь будет устанавливаться наиболее оптимальная температура, которая будет составлять максимум 27 градусов. Если это речь идет о плитке, то здесь, соответственно, уже вот температура будет больше. Также это приложение позволяет заменить терморегуляторы других производителей, позволяет контролировать энергопотребление, позволяет защищать устройство от детей, я имею в виду блокировку ручного управления. Вот. И существует много других полезных опций. Главным преимуществом нашего мобильного приложения является возможность управления климатом всего дома с одного мобильного приложения. То есть оно позволяет управлять не только теплым полом, но и другой климатической техникой. Это увлажнение, это кондиционирование, отопление или нагрев воды. Дополнительной удобной функцией нашего инновационного терморегулятора является возможность его установки в рамке Legrand серии Valena. Одной из наших первых инновационных разработок стал MultiSize-MAT. Это запатентованная технология, которая позволяет растягивать мат и таким образом изменять его теплоотдачу. Это позволяет применять нагревательный мат не только под такие напольные покрытия, как плитка или керамгранит, но и под ламинат, паркет, линолеум или ковролин. Также это позволяет монтировать нагревательный мат не только в виде прямоугольной или квадратной формы, но и если, например, овальное помещение, ромбовидное, трапециевидное, тоже можно туда адаптировать этот нагревательный мат. Кроме этого, за счет того, что мат можно растягивать до 35%, соответственно, можно получить экономию тоже до 35%. То есть, покупая нагревательный мат премиум-класса, можно сэкономить достаточно много денег. Одна из главных новинок 2018 года является инфракрасная нагревательная пленка. Инфракрасную нагревательную пленку можно монтировать методом сухого монтажа без применения клея или сухих строительных смесей. Она монтируется под такие напольные покрытия, как ламинат, паркет, линолеум, ковролин.